БГУИР – учебное заведение, брендовое. Сегодня мы живем в информационном обществе. Информатика, радиоэлектроника, электроника, микроэлектроника и наноэлектроника – это самые последние области науки, которые определяют научно-технический прогресс. Если бы эта наука в ГУИРе была плохой, то этого вуза уже не существовало бы. Вот у нас есть несколько очень серьезных передовых разработок, которым фактически нет аналога в мире. Наши разработки применяются как в Республике Беларусь, так и поставляются на экспорт. Примерная сумма контрактов у нас 15 миллионов долларов заключено. Треть – это контракты за рубежом. Треть – это хоздоговора с предприятиями республики, предприятия платят. И треть – это то, что мы выигрываем по конкурсам, по грантам. Очень интересная и передовая технология испытаний системы двухчастотного зондирования. Единственная в мире, которая уверенно обнаруживает, распознает, измеряет параметры всех реально существующих каналов возможного поражения радиоприемника помехами. Еще одна разработка – это устройство защиты речевой информации «Прибой». Оно создает вокруг людей, которые говорят о чем-то конфиденциальном, зашумливающий, маскирующий акустический сигнал, который не позволяет какому-то злоумышленнику перехватить важную информацию. Очень заинтересованы в нашей разработке такие страны, как Китай, Россия. Прибой – одно из двух сертифицированных в Республике Беларусь, которое может применяться в государственных учреждениях с обращением строго секретной, категорированной информации. Методология, методика и программное обеспечение дискретного нелинейного анализа электромагнитной совместимости. Это технология, которая обладает уникальными характеристиками по быстродействию. Например, мы в течение секунд можем рассчитать помехи в ситуациях, где присутствуют тысячи сложных радиосистем. Этого пока никто не умеет, это умеем только мы. Материалы, которые разрабатываются в нашей лаборатории, на их основе мы предложили устройство как раз для защиты организма человека от воздействия побочных электромагнитных излучений сотового телефона, например, или компьютера, либо каких-то промышленных установок. СВЧ – радиоизмерительные приборы. Это генераторы, синтезаторы частоты, измерители комплексных параметров в миллиметровых диапазонах длин волн. Они дешевле, потому что они работают в полосе волновода. Как правило, заказчика не интересует очень большая полоса. Последняя наша разработка – виртуальный полигон. Это система моделирования, которая позволяет заменить полигонные испытания, когда нужно, чтобы техника ездила по местности, тратился моторесурс и так далее, моделированием компьютерным. Очень большой экономический эффект. Постановлением Совета министров Республики Беларусь наш университет назначен головной организацией в Республике Беларусь по проблемам защиты от непреднамеренных помех электромагнитной совместимости. Мы считаемся надежными партнерами и очень такой пример простой. Вот я где-то порядка 10 лет работаю проректором по научной работе. Ни одного договора мы не завалили. Это небольшой вуз, но всегда в науке в тройке он находится.